Новую детскую площадку в дар горожанам передала компания «Медфуд». Небольшой компактный городок расположился во дворе жилого дома по Ленина 41Б. Подробнее в материале Ольги Русол. Красную ленточку, опоясывающую вход на новенькую игровую площадку, вместе с представителем компании «Медфуд» перерезает девочка Саша. Это площадка для нее и ее друзей. И несмотря на то, что официальное открытие было только сегодня, Саша с подружками уже успела оценить городок по достоинству. Мне тут все нравится. А тут можно и покачаться, и везде поползать, покататься с горки, на турниках повисеть. Тут почти все мои одноклассники гуляют, им очень тут нравится. Будущий видеоблогер Рома Ким тоже завсегдата игровых площадок этого района. Окидывая опытным взглядом, итожит: хорошее место, есть все необходимое для игр с друзьями. Качели, песочница, снегурки. Типичная площадка. Ну и карусели тоже иногда бывают. Это типичные площадки. Игровая детская площадка – подарок горожанам от компании «Медфуд». Это второй городок, презентованный компанией региону. Первый сейчас радует маленьких пациентов тубдиспансера. Хотелось бы отметить и сказать слова благодарности компании, которая у нас работает в округе по договору отсорсинга и обеспечивает питание. Мы понимаем, что у всех предпринимателей это увеличение прибыли, но не все потом прибыли это делятся. Данная компания, это, хотелось бы отметить, настроенность. Система. На сегодняшний день это была удивительная история, когда компания сама инициировала, сама сделала, теперь просто дарит горожанам эту хорошую и интересную площадку. Добротная площадка, компактная, но со всем необходимым набором для игр и развлечений. Еще одно неоспоримое достоинство – ограждение. Отпускать детей здесь можно, не опасаясь, что они выбегут на дорогу. Мы посчитали, что двор достаточно пустой, и выбрали вот именно это место. Впрочем, на этом подарки не заканчиваются. Сертификат на спецавтомобиль марки УАЗ. Еще один презент от компании жителям Ненецкого округа. По своей стороне хочу сказать, что благодарность руководству компании за прогрессивное руководство, за прогрессивное ведение бизнеса, за то, что в своей работе вы видите и социальную направленность. Этот автомобиль отправится в один из муниципалитетов Ненецкого округа, чтобы стать на стражу пожарной безопасности. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».